Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Буквально час назад один из самых крупных российских интернет-порталов предоставил нам жуткую для всех нас новость. Мы были в шоке, когда узнали, что рано утром в одну из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен российский певец Витас. Сейчас он находится в больнице, на его теле видны гематомы. Врачи оказывают ему медицинскую помощь. Информации было очень мало, пока мы сами не разобрались в этом. Оказывается, Витас попал в страшную аварию. На своем личном мотоцикле, на котором он давно не катался, он решил покататься по московским улочкам. На перекрестке он не справился с управлением и вылетел с дороги. Слава Богу, он остался жив. Сейчас он находится в больнице, где залечивает раны. Давайте, друзья, поддержим Витаса. Давайте подпишемся на наш канал, ведь у нас этот канал новый. Следите за нашими новостями и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.